Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы подлежащих изменению положениях в Конституции и законодательных актах Азербайджана считаем безответственными. Похоже, он, как и Вардан Асканян, до сих пор живет в вымышленном параллельном мире. Вместо того, чтобы пустословить о стране-победителе Азербайджане, Алену Симоняну следует и далее комментировать, выражаясь его же словами, похожего на смайлик льва на гербе Армении. Смайлика